Участковая избирательная комиссия заняла почти весь кабинет директора школы. Здесь и документы, и плакаты. Дел много, говорит заместитель по воспитательной работе, а по совместительству председатель участка Наталья Чернуцкая. Сейчас здесь сверяют списки избирателей, выдают открепительные удостоверения, заполняют пригласительные для горожан. Особое внимание уделяют пожилым людям и инвалидам. В первую очередь узнают, где человек будет голосовать, дома или придет на участок. Участковая комиссия обязательно всех людей этих обзванивает, и мы работаем непосредственно с соцзащитой. Если мы не можем дозвониться до инвалидов по какой-то причине, мы просим работников соцзащиты, чтобы они их обошли. Наталья Чернуцкая уверяет, что для инвалидов, которые захотят прийти на участок, есть все необходимое. Для избирателей с нарушением зрения предоставят лупы двух видов. Одна будет ручной, другую прикрепят в кабинке для голосования. Для инвалидов-колясочников предусмотрена специальная кабинка. Она ниже и шире обычной. Кроме основного выхода будет открыт запасной. На крыльце школы пандус с дополнительными поручнями. Он появился здесь после глобального ремонта, который провели в этом году в учреждении. Да и на территорию школы заехать инвалидам теперь не составит особого труда. Вот эта широкая калитка будет открыта обязательно. У нас дежурят сотрудники ГАИ. Они смотрят за тем, чтобы машина с инвалидом могла заехать сюда на территорию. С четырех сторон по ограждению есть калитки. Целый день во время выборов и во время учебного процесса они открыты. Во время дня голосования в школе будут работать буфет-столовая. Здесь же любой желающий сможет получить консультации у социального работника или психолога. На участке будут и медработники. При необходимости здесь можно будет померить давление. Анна Палагрудова, Александр Дудин, Камертон, социальная сеть.